Здравствуйте, друзья! У нас сегодня строительная тема. Мы со Светланой зайдем в квартирку одну, где идет ремонт под неусыпным Светланиным руководством. Вот такой тут как бы вход. Вот там работают люди. Ремонт заканчивается, и мы так попробуем поснимать. Это вот мы поднялись тут на какой-то этаж. Тут, видите, чтобы не попачкать пол, лежит бумажечка. И сейчас мы зайдем в квартиру. Вот у нас вход. Так, двери еще не покрасили, будут красить. Давайте я вам покажу то, что я увижу, а там Света потом прокомментирует. Значит, тут две спальни. Вот это одна спальня. Давайте мы зайдем сюда. Спальня, там под окном красота какая-то, пруд. Там какая-то жизнь, в общем. Да. Сделали вот эти вот светильнички утопленные. Их раньше не было. Тут вообще светильников не было тут. Так, знаете, в американских квартирах часто нет верхнего света. Вот, а у нас тут, значит, теперь появился. Так. Это вентиляция работает, просто крышечка не закрыта. Пол. Да. Какой-то ламинатный пол. Так. Здесь такой шкаф из трех секций. Вы видите, работа идет. Это туалет. Такой узенький шкафчик в туалете. Хорошо. Пошли дальше смотреть. Так вот, отсюда мы пришли. Тут шкаф, можно сказать, плотяной. Так. И заходим в квартиру. У нас тут. Давайте я в угол пройду. Вот такая большая комната. Здесь справа кухня. Сейчас посмотрим. Здесь, по идее, должен стол стоять. Вот на месте этой кухни должен был бы стоять стол, за которым лежит там еда. Такая кухня. Пола не видно, он тоже красивый, красивый, ламинатный, но пока его не видно. Здесь было такое, знаете, напыление на потолке, которое пришлось, ну, надо было смыть, такой кукурузкой такой. Как это делали на потолке? А? Попкорн, да, такие вот. Попкорн стал нормальный потолок, вот с лампочками. Стал выше, как. Да, вот этот камин, который там желтенький, он был кирпичом выложен. И такой имел, соответственно, кирпичный вид, устаревший. А тут его замазали цементом, вот так, краской, такая бегой. В общем, такое хозяйство. Балкон. Балкон большой, широкий, со шкафом встроенным. Да, березки под окном, ну, с ума сойти. Да. Это строение года 68-го, примерно вот так, 70-го. Так, движемся дальше. Это еще один бедрум. Это квартира с двумя спальнями. Еще один бедрум. Вот. Через окошко видно, что журчит фонтанчик. Итак, звук слышу. Вот. Ну, так почти готово. Вот. То есть этот бедрум более-менее готов. Вот надо закрыть там, вы видите, да, там розеточку. Надо будет поставить. Так, в общем-то, более-менее. Так, здесь находится, или, скажем так, должна была бы находиться
Так, несколько, я не знаю, как открыть, там находится машина. Такая двухэтажная, она стиральная, одновременно сушильная. Здесь просто шкаф платяной. Это прямо у нас что? У них тут хитер. Хитер прямо с Unity стоит. Да. Так, это кондо, друзья. Это кондо, поэтому здесь многие вещи свои, а не общественные. Так. Ой, и здесь тоже American Standard. Это хитер. А там? А там water heater. Там был water heater, а это для воздуха. Я понял. Понял, это для воздуха. Обогревательная система. Ну что, вот. Пожалуйста. Такой довольно просторный туалет. Такой вытянутый. Вот. Ну, говорят, что пол работы не показывают, но в процессе все это. На звонок похоже, на самом деле. Так. Это была старая дверь, она была золотистая. Покрыта золотая, так же, как там в ванной. Все. Вот такая же, вот была такая же золотистая, как да. Вот тут. И вот был вопрос такой, что купить новую дверь, но дело в том, что это все кастом, это не то, что можно пойти в магазин спецзаказ, купить. Так. Это спецзаказы, в общем, все спецзаказы, они дорого стоят, и дальше нужно все это устанавливать. Ну, что мы решили сделать. Чем кончилось? Видишь, заклеили, вот здесь все тейпом, и покрасили это все просто. Покрасили это все, все вот эти штучки, и получилась современная дверь, совершенно другой вид. Я понял. Вот это останется золотым из-за того, что у нас отменился заказ. Хорошо. Ну что, здесь солнечно, просторно. Появился верхний свет, нигде не было верхнего света. Ага. И этот самый вот. Дорого современный вид становится. Во-первых, современный вид, во-вторых, вот этот попкорн-потолок, да, да. Он за счет того, что он такими кукурышками. Шершавчиком. Он поглощал свет. Угу. А сейчас свет отражается, и такое ощущение, что потолок стал выше. То есть это правда, стало есть, много, есть много такое. Места, много света, и угу. Как-то вот объем появился. Угу. Ну и вот хорошие цвета, мне нравится вот подборка цветов. Это желтенький, беленький. Да. И вот эта вот акцентная стенка тоже. Вот смотри, вот акцентная стенка, желтый коридор и камин. Вот пойди туда. Акцентная это фиолетовая, вот это вот лиловая. Ну да, лиловый с желтеньким. Вот так симпатично получается, да? Да, вроде и мило. Стенка более такая светло-желтая, да, камин. А на балконе что-то тоже дело происходит? Только дверь покрашена, перила, там всякие вот эти вот вещи. Это новая плита, значит, друзья, значит, что получилось, ее привезли, а должны были не просто привезти, а, во-первых, установить, вон там, уже за установку заплачено, да, Свет? Да. И, во-вторых, должны были старую забрать, и за это тоже заплачено, но как-то вот, как всегда бывает, настройки, как бы, надо дополнительные усилия. Вот мы в холле, вы видите тут. Это далеко не все двери, то есть там кое-что из этого двери, а кое-что просто такие красивые, как сказать, ну, панели. Вот мы можем подойти сюда, посмотреть, вот такие панели из дерева красивые. Вот за спиной у меня тоже панель, красивая панель из дерева. Вот, пожалуйста. Так вот устроено здесь. А там, где реальные двери, там утоплено. Видите, вот как здесь утоплено, а там уже дверь. Ну и мы выходим на улицу, в смысле на улицу, на этаж, вот тут такая вот, можно сказать, красота.